Привет! Сегодня съемочная группа городского телеканала находится в Москва-Сити, в башне Меркурий. Скажите, вы не Максим Фадеев? Нет. Черт, нам не удалось. Но мы будем искать. Редко звезды такой величины и столько сделавшие для авторской песни Советского Союза и России в целом приезжают к нам. Феноменальный, замечательный дуэт Татьяны и Сергея Никитина. Здравствуйте. Сейчас на вас еще больше нагрузка и постановщик, и режиссер. И вы ведете же постоянно все эти шоу. Да, но ничего не меняется на самом деле. В чем причина, что, например, у тебя едят, а где-то в другом месте нет? Вот он, холодненький. Да. Печенно-сметанно-банановый. Приятно, приятно. Вообще лесть, она всегда приятна. Особенно неоплаченная. Особенно неоплаченная. Вот на этой вот торжественно-патриотической, романтической ноте мы и заканчиваем обзор культурных мероприятий Ярославля. Даже телеведущим время от времени нужно посещать стоматолога. Сергей Муканов, Антон Конов. Специально для городского телеканала.